Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Тут тупая. Чё ты её обзываешь? А вон, смотрите, Тина. Вон Тина. Да, вот зеленая. Пришли на Финский залив, у нас ветер, правда, немножко погулять. Что-то Тина, рано еще цвестит. У нас ее там много. Да Надо убирать Тину. Надо, она пахнет невкусно. Жусенька, утонешь. Вон, неси Владику. Молодец. Владику. Тину я, главное, не кинь! Вон, мы обычно вот оттуда вот уходим. Сейчас маму не попади. Вончик не легально. Вода, кстати, очень холодная. Наверное, градусов 5 всего. Потому что на улице у нас 12. Нет. Сегодня потеплее, да? Вон у нас морж. Нет, она там теплая. Теплая? Вот тут теплая, а тут холодно. Такая у нас красота. Правда, эта Тина пахнет тухлой рыбой. Не очень. Вот. Вон Джусика бежит. Так что решили погулять. Дурилка. Держи, Пол, держи. Все, вон она купалась. Джуси куда-то ушла. Красота. Мальчишка такой орут. А такое ощущение, что она красота. Все, что-то, видимо, водичка потеплела. Прямо ходит и ходит в воду. Играется. Да, Бося? Мы же пойдем там. А это вообще он мокрая курица. Бегает за Боной, только она меньше Боны. Я говорю, утонешь. Ой, ничего, намой их сегодня. Что-то Джуси понравилась вода. Дурилки. Да? Кто дурилка? Вон вся мокрая. Красота, хорошо. И еще я, конечно же, на днях ездила в магазин Оби. С момента открытия вот впервые в него попала. Он у нас открылся 30 апреля, и я вот только в этот раз съездила. В общем, считайте, целый месяц после открытия меня там не было. Он остался таким же. Единственное, что все-таки обычно в этом магазине больше растений продается, больше рассады, больше, в общем, всего. Хотя, не знаю, может быть, на майских праздниках все разобрали, потому что в основном нас разбирают тут все на майских праздниках. Я, кстати, хотела купить себе орхидею, но орхидеи были в плачевном состоянии, стоили в районе 1000 рублей. Видно, их еще не успели уценить. Вот, но, в общем, ладно. Конечно же, я взяла еще себе всякие цветочки. Тут, смотрите, тоже очень много что распродают, очень много, потому что в таком плачевном состоянии некоторые растения, поэтому достаточно большая такая распродажа, цены не поднялись, вот, так что отлично. В общем, тут всякие цветочки, я, конечно же, очень сильно тут зависла, девочки. Как всегда, ничего нового. Вот. Вот такие гладиолусы мне очень понравились. Забегая вперед, скажу, что я их купила. И, конечно же, я вам покажу потом все покупки, все, что я приобрела здесь. Как вы видите, цветочков всяких набрала, всяких разных. И, конечно, комнатные тоже. Меня очень интересуют растения всякие. В общем, в принципе, все, весь ассортимент, тот, который был, только орхидея, вот все то, что там вот на полу чуть-чуть мелькнуло, и вот тут одна стоит. Видите, она уже такая отцветает, какая-то вся в пятнах, какая-то непонятно в чем, стоит 1000 рублей. Если бы ее уценили, там, хотя бы рублей за 500, я бы взяла бы ее. Взяла бы, дома бы выходила. Вот это и все, орхидей.
Очень странно, потому что в Обе обычно большое количество орхидей всяких разных, разных цветов, разных сортов. Вот, а тут что-то как-то да. Ну, я думаю, что ничего страшного, завезут, и я потом обязательно приобрету. Так, ну что, приехала я домой. Давайте сразу покажу все свои покупки в магазине Обе. Значит, купила вот такие вот, это кто у нас? Гвоздичка. Вот такая, сейчас вам покажу, сразу цены буду показывать. А вот такая. Бородат какая-то, 179 рублей. Вот такой, а мне так понравился вот такой цвет. Девочки, я извиняюсь за грязный багажник, но это нормально для моей машины. Так, это такая же, тоже 179 рублей. Вот такая, смотрите, красиво как будет, да? Красиво будет. Так, здесь у меня петунии. Правда, петунии, видите, в каком? Ну, я в прошлом году такие же покупала. Вот эти петунии стоят, здесь у нас получается 6 штук, 169 рублей. Нормально. Такие синенькие петунии купила. Слушайте, купила вот такой цветок. Он мне так понравился. Вообще, люблю ромашки всякие разные. Так, это называется вот так вот. Это вообще комнатное растение или нет? Напишите, кто знает. Я что-то почитала в интернете. Там 229 рублей. Это типа разновидность ромашек. Только какая-то типа какая-то. Короче, я не поняла. Если это комнатное, ну, посажу дома. Если не комнатное, то посажу на улице. Вот. Также я купила цветную капусту. Потому что моя вся рассада, как всегда, вот что-то с ней не так. 209 рублей, 6 штук. Она у меня погибает. Я ее, короче, высадила в теплицу, и она все равно у меня вся погибла, девочки. Не знаю, что я делаю не так. Ну, в общем, ладно, буду покупать. 209 рублей, 6 штучек, мне как раз хватит. Так, сейчас обратно сюда поставлю. Потом все это выгружу я. Так, цветочечки. Аккуратненько. Так, дальше я купила, не знаю, что мне захотелось, вот такие вот, кто это, георгины, вот такой георгин, у меня, кстати, нет георгинов, и вот такой, две штучки. Вот, кстати, корни здесь очень хорошие, тут даже она проклюнулась, в общем, посмотрела. Так, и купила, у меня есть гладиолусы, я купила еще вот такие. Если они будут реально вот такие, то это, мне кажется, вообще прикольно, да? 7 штук, смотрите, какие красивые. Вот лишь бы только они были такими. Так, ладно, еще купила вот такие. Тоже они мне просто понравились. Это же, по-моему, однолетники же, да? 249 рублей, смотрите, какие симпатичненькие. Маленькие, наверное, такие будут, да? Вот, это домашний цветок. 179 рублей изолепис. Вот такой вот. Мне так понравилось. Тоже. Ну, короче, нет никакой мотивации к покупке, просто понравилось. Такая травка, муравка посажу. Котам на радость, да? Вот. Нет, я поставлю так, чтобы они не достали. У меня есть такие местечки, где они не смогут достать. Так, дальше. Вот такая петунья, то есть она здесь вся, я так поняла, вот такая. Еще такая розоватая. Ну, в общем, светленькая такая, вы поняли. Так, сейчас покажу стоимость. 169 рублей. Здесь 6 штук. Вот такая. Ну, неплохая, правда, уже переросла. Надо ее будет рассаживать так. Вот такая петуния еще. Там у меня синяя, а это вот такая красная. И здесь у нас по стоимости, сейчас скажу, девочки, вот 10 штук, 299 рублей. Вообще супер. Как раз рассажу все свои кашпо. И здесь у меня капуста. Обычная, белокочанная. Просто разные сорта. Все раннеспелые не было. Только позднеспелые. Ну ничего, мне как раз пойдет. Вот такая, как какой-то сор Амагер. 69 рублей. Она вся по 69 рублей. Он еще у меня Амагер там стоит. Дальше вот такая зимовка. Тоже 69 рублей. Зимовки у меня тоже две. Вот там вот еще стоит зимовка. И еще взяла вот такую княгиня. Вон там. Она вся капусточка вот эта по 69 рублей. Вот я набрала. Ну, такая неплохая рассада по мне так. Вот. Сейчас здесь все оставлю. И потом буду... Ну, не сегодня уже, может, когда там. Когда там буду сажать. Вот этот цветок я не поняла. Его на улицу сажают или дома его сажают? Он стоял там, где комнатные растения. Вот.
Поэтому я так и засомневалась. Если комнатный, то вообще супер. Такой кустик, да, красивый. Вот. Еще тут зацветет. Так что буду ждать ваших комментариев. И вот эта травка. Тоже прикольная, домашняя. В общем, ну, как всегда. Я как всегда. Это все мои покупки в обе. Так, ну и основные мои покупки. Давайте начнем с Магнит Косметик. Зашла я туда, на самом деле, за зубной пастой. Но вот эта вот зубная паста моим мужчинам не понравилась. А мне понравилась очень. Не знаю, по мне так классно. Бона, как всегда, у меня пьет, как я снимаю. Вот. Мне очень понравилась эта зубная паста. Она очень хорошо очищает, прям до скрипа, знаете, зубы. Прям очень классно. Вот. А своим детям я купила вот эту Биокальций, а мужу Блендомед. Вот. Также мужу купила, был по акции, вот такой дезодорант. Себе тоже вот такой дезодорант взяла. Тоже, по-моему, по акции было. Вот, честно сказать, не помню. И решила попробовать вот такой кондиционер для белья. Бона, сейчас, подожди. Попрошайкин у меня. Попрошайкин. Вот. Из-за аромата малина карамель. Я открыла, попробовала этот аромат. Ну как, понюхала, да? Такой кисловато-сладковатый такой с малиной. На самом деле аромат прикольный. Но не знаю, как будет на белье. Ну и взяла, тоже были по акции Цезарь. И вот такие вот новые вкусы. Вот, Феликса. Не знаю, дам попробовать. Будут, не будут, по две штучки. С ягодками и с сыром. Так, вот у меня чек. Вот такой вот получился. Вот. Нажмите паузу, девочки, кому вдруг очень интересно. Ну, 1500, 1543 рубля. Вот. По 24 получается Феликс. И для собак по 22 рубля. Поэтому я взяла. Вот. Так, и еще, конечно же, я зашла в фруктовую овощную лавку и в мясную лавку. Давайте начнем. Здесь я взяла целый пакетище зелени и отдала за это всего лишь 300 рублей ровно. Здесь у меня кинза, лук, небольшой такой пучок, и укроп. Вот, как это, 3 пучка на 100 рублей получается у них. А вот это у меня целый пакетище, это черемша. Она мне очень нравится, она просто обалденная, я не знаю. И там молодой человек, который продавал, он сказал, что ее больше не будет. То есть это последняя партия, она уже типа все у нас отходит. Поэтому я взяла целый пакет еще. Вообще он мне сказал, что в холодильнике ее хранить не нужно. Нужно хранить на улице в темном месте. Вот. Но я буду хранить в холодильнике. Я упрямая. Также я купила черешню по 300 рублей. Но черешня, видите, какая? Почему я купила ее, так там была черешня по 600 рублей и по 300 рублей. И мне девушка сказала, что если вы покупаете для себя, возьмите по 300. Она говорит, ничем не хуже, просто она говорит, ну вот такая вот, немножко помятая. Она говорит, спелая, сладкая, вкусная, говорит, и просто, ну, мелкая. Она говорит, реально ничем не хуже. Знаете, когда продавец такое говорит, то я с удовольствием беру. Вот, и здесь у меня получилось килограмм, и килограмм по 350 рублей клубники. Какой от нее аромат обалденный, просто. Вот, ну, вроде бы такая неплохая, там прямо россыпью девушка мне набрала. Так что у нас сегодня прям праздник живота, как всегда у меня, потому что я очень люблю зелень и вот это все. Так, и здесь в мясной лавке я купила фарш куриный. Из куриной грудки по 320 рублей. Да, 320 рублей. Взяла желудки куриные, индюшачьих не было, поэтому взяла это с собаком, тоже килограмм по 220 рублей они, по-моему. Могу ошибиться. 320, могу ошибиться. И здесь у меня купаты из свинины, они стоят 450 или 460 за килограмм. Ну, что-то такое. У меня 8 штучек здесь. Вот. Так что вот такие вот у меня еще покупки. Ну, вот это вообще, это вкусно. Я сегодня как раз на ужин пожарю купаты с картошечкой, да, и сделаю такой зеленый, прям зеленый салат. Помидоры, огурцы у меня есть, а на десерт фрукты. Точнее, ягоды. Как-то так. Так что вот такие вот у меня были покупки. Ну что, девочки, у нас уже вечер, и я отгуляла уже и выпускной в садике, и у старшего выпускной, я уже говорила. В общем, постепенно буду снова возвращаться в нормальный ритм на Ютубе. Просто еще надо все сажать, надо все доделывать,
в саду, в огороде, я бы так выразилась, да, и уже как-то налаживать жизнь, потому что у меня и бардак, и, в общем, девочки, кошмар. Сейчас полностью была занята детьми. Уже подала, кстати, документы в школу младшему сыну. Его уже туда приняли, так что все вообще супер. Осталось, ну, там, нам по медицинской карте кое-что, знаете, там, по мелочи осталось, вот. И, ну, медицинскую карту, короче, донести, и там вроде кое-какие анализы потеряли. Надо будет, наверное, сдать анализы, в общем, посмотрю. Надо получить эту карту и посмотреть, что нужно доделать, донести и так далее. В общем, на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч!